Воровал натяжные гайки с газовых труб. В августе жители микрорайонов Берекежа, Суркен и центра Петропавловска почувствовали запах газа. Проверка специалистов показала, что во многих дворах с газопроводных труб, по которым голубое топливо подается в дома, исчезли бронзовые натяжные гайки. Минимальная стоимость каждой превышает 11 тысяч тенге. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по установлению лица, совершившего данное уголовное преступление, был установлен 26-летний житель Калжарского района, безработный, ранее привлекался к административной и уголовной ответственности, который дал признательные показания. Часть похищенного была изъята в пункте металлоприема. Всего в данном деле было 30 эпизодов. Со стороны предприятия был заявлен гражданский иск на сумму почти 900 тысяч тенге. Со слов задержанного, он проверял гайки пальцами и, если удавалось открутить, присваивал их, не заботясь о возможных последствиях утечек газа. Ну, откручивал гайки, ходил. Бронзовыми руками. А где откручивали? Бензострой, центр. Вы понимали, что это неправильно, что опасно? Понимал. Полицейские передали материалы в суд по статьям Уголовного кодекса «Мелкое хищение» и «Кража». Молодого человека приговорили к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы. Агирим Хамзина при задействии пресс-службы областного департамента полиции.